Ну что, ребятки, всем огромнейший приветик. У меня сегодня чебуреки, пицца-аппликация, как в столовке, и мой любимый сметанник. Как я его обожаю. Это сейчас Настя. Ай, блядь. Блядь, прям локтем уебалась об этот. Посмотрите, сколько здесь мяса. Я не знаю, увидите вы. Да нет, не увидите. Тут мясо с гулькин хрен. Ну что? Этот, как его? Как называется? Морс? Вишневый, да? А у Насти сосиски в тесте. Что? Фонариком покажи, поставь. Ну, давай. Все равно плохо видно. Вот. Ну вот мясо, короче. Кусочек малюсенький, ну ладно. Ну что, всем приятного аппетита, друзья. Обожаю чебуреки, 100 лет их не ела. 2,5 года я их не ела, прикиньте. Вкусняшка. Хоть и мяса мало, но тесто вкусное. Ваше здоровье. Вкусный морс. Холодно на улице, дочь? У меня тут смеситель, короче, сломался у нас. Сейчас Настя сходила на Озон. На Озоне заказала смеситель за 1300. Простенький смеситель. Буду вызывать сантехника. Посуду в тазик. И моем в ванне. Горячий унитаз. Да. Ну вот, в принципе, все мясо кончилось. Ха. Да, чебуреки лучше делать самим, конечно. Ты там навалишь себе мясо, так навалишь. По-доброму, да? Жалеют? Угу. Так захотелось мне этих прям булок. После алкострима, ну, сегодня вот я валяюсь на диване. На, Белуша, тебе. Будешь? Не отказалась. Слишком сладкий морс. Да, но можно разбавить, в принципе. А может, он для разбавления идет? Жалко. Они просто сахаром переборщили чуток. Я не чуток. Я такое прям сладкое-сладкое не люблю пить. Слишком приторно. Мой сметанничек. Что-то у меня шатается. Пицца-аппликация. Маргарита. А, Маргарита называется, да? Угу. Да и тесто, в принципе, я бы не сказала, что такое толстое. Ну ничего, ничего. Вкусно. Что стоит она? 60 где-то. 60 рублей. Да я это все не выпью, зай. Ой. На тогда тебе вот это. Эй, мне стаканчик. У нас тут рядышком пекарня, кстати. Через дорогу. Вот там мы и покупали с ней. Я себе это хачапурю. Подобие хачапурки. Во. Тут меньше, чем тут. Она мне позвонила, Настя. Я говорю, позвони мне и скажи, что там есть в наличии. Булками, вечерочком. Сколько там время, кстати? Без 27.
ничего не ела целый день. Так захотелось булок просто. А этот завтра, наверное, с чайком с утра. Ну и это тоже. Это вообще, блин, как я их обожаю, сметанники эти. Еще очень люблю сочники. Нежная. Ты уже две впорола сосиски? Во сколько ты проснулась? В 5? В 5 часов вечера. Вот на массу давит. Я уснула в 4:30. Проснулась в 8. Конечно, я буду спать дальше. Да, проснулась в 8, чтобы с собакой погулять. Потому что мне было очень плохо. Надо будет почаще, когда ты стримы устраиваешь, валить кому-нибудь на ночевку, чтобы утром не с кем не гулять. Да что ты говоришь? Фу, все, полный мамон. Больше ничего не хочу. А я все съела. У меня еще на готове такая булка. А я такую люблю булку, я у тебя стыблю половинку. Жопошница ты. Да. Прям как ты. А что это? Ну все, мои хорошие, спасибо, что похавали со мной. Ставьте лайки, пишите комменты, буду всем очень рада. Всех обняла. Всем пока-пока.